Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с Днем Победы. Но это праздник со слезами на глазах. Это день памяти. И мы обязаны помнить, через что прошли наши родители, деды, для кого-то уже прадеды. И пока мы будем помнить, у нас будет оставаться шанс, что это больше не повторится. Я желаю всем нам мирного неба. Сегодня, к сожалению, эти слова снова актуальны. Я желаю нам мира, любви. Храни нас, Господь, с праздником.